Елена пишет, в зарегистрированном браке 15 лет. Двое детей. 3 года назад я пересмотрела жизнь и обратилась к Богу. Дети за мной. Муж пока что ограничится короткими молитвами и постами. Человек верующий, но в церковь ходит очень редко. Ну и хорошо, уже хорошо. Супруг не против венчаться в церкви, но откладывает. Думаю, он боится откровенного разговора с батюшкой перед венчанием. Это очень тяготит меня. Нужно ли мне усердно молиться и просить у Бога помощи? Да, стоит. Только клевать мужа не стоит параллельно молитвам. Подождать ли, может быть, что Боженька сам все устроит? И, ну, можно и молиться, и ждать. Тут придется и так, не будет так, что помолились, сразу решилось. Надо молиться, ждать, молиться, ждать, молиться, ждать. В общем, ситуация, на самом деле, вам многие женщины завидовали бы. Потому что он не против, и посты как-то соблюдает, и молится потихонечку. И, в общем-то, все хорошо. У многих такого нету счастья, как у вас. Поэтому двигайтесь потихонечку ближе к венчанию. Просите Бога, да, чтобы он этот шаг сделал, ваш супруг.